Привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 387. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит. И сегодня мы начинаем прохождение Brutal Doom вторую часть. Да, сегодня я буду без Настиного проходить. Мы договорились, то, что Brutal Doom я сейчас начну проходить один. А с ней я буду проходить Silent Hill, потом оживим сейчас в ближайшее время Chrono Cross, который мы давно забросили, у нас тут ЧП тоже было. Ну и то, что вы давно меня не видели на канале, ребят, тут было небольшое ЧП, опять же, это меня блокировали из-за того, что был эротический контент на канале. Кажется, голую грудь нельзя на канал запускать, женскую. В одном клипе просто у меня это было, и... ну, так сказать, в любовной сцене Сары Коннор и Кайл Риза. Из-за этого меня заблокировали на неделю. Я ничего не мог делать. Сейчас я все это продолжу. Мы начнем. Не забываем ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. Для тех, кто хочет со мной связаться, есть прямые ссылки со мной в шляпе. Это для ВКонтакте и Инстаграм, а также еще вступайте в две наши группы, это пока 59 и наши 90. Ну а мы поедем. Ну да, современно будем, да, проходить. Так, уровень сложности все-таки... я не хочу еще умереть юным, да. О, чуваки стоят, а мы знаем про секрет, я еще помню этот старый добрый секрет. Даже не покоцать успели. Сколько же у вас тут? Блин, да. Они меня чуть не пригрохали. Это полный трындец. Я вот не помню, какая из них первая пускается. Одна секрет, а другая, если я нажму, все опустится. Сука. А вот здесь был бы секрет. Но мы... О! Еще можно так нажимать, да? Когда я тут хожу. Я просто тыкал, 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 тыкал. И натыкал. Здесь ничего нет? Нету. Так. Я еще помню, как понимаете, это с... мы, как говорится, 90-х годов, когда я, ну, начало 2000-х, когда я еще это играл на PlayStation 1. Да, на компьютере сейчас удобнее, особенно... Кто по мне шмаляет? Хедшот. Давай, поднимай меня. Вот еще секрет. Он открывает здесь где-то проход. Вот он. Что, непонятно? Вот он, дробовичок наш уже. В начале игры это очень неплохо. Не, вода нравится, то, что я прыгаю, вода брызгает. Да, по-моему, никак он не попасть. Ну, вот он, экзит. Еще где-то секрет был. Где-то просрал. Ну ладно. Тут что-то нету, типа металлики, ничего не играет такое. Обломно. Здесь обычный этот. Музыка из Brutal Doom. Опа-на. Чувак с дробовиком был. Еще один чувак с дробовиком. А чё я без дробовика? О, у меня патронов мало, дробовика-то еще. Здесь уже более так светло сделано. Поярче, по сравнению с тем, что было.
Че, не умер, что ли? Ого! Откуда шмаляет? Охренели совсем, ребята. О! Не, из этих пушек неудобно стрелять. Вау! Тут чё, мыш? Чё тут не тигровка? Мне нужны аптехи. Теперь... Ох, блядь, и аптех-то нет ни одной. О, аптеха. Да, это мы даже на уровне играем, я слишком юн, чтобы умереть. И меня здесь вон как мотает. По идее, вот так надо ходить. А, нет? Снизу можно было. Ну ладно. А, мы взяли красный ключ. Полезные импы. О, чувак с дробышом где-то бродит. Ну все, теперь я достаю дробаш. О, это хорошо. Борзы. Эй, а чё мне не дали ничего? ХП-то, за то, что я добивал. Так. И чё, здесь ничего нету? Секретик тут есть. А это так. Зайти, завалить, да и все. Так, с красной. А, красная дверь вот там, точно. Так. Так, блядь. Где что открылось теперь? А, эти метровые створки открылись. Перекатываем всех. Бумсно. Зря ты там стоишь. Ой, сейчас бы настенал так и фануло. Идите сюда. Как же мне стенок любит, когда я делаю бдыщ. Ой. Ладно, мне на бдыщ-то не нарваться. Мне стенок сейчас специально для тебя. О, как ты любишь. Буф-буф. Тут никаких секретов нету? Нету. Ой, наверное, сейчас найти на вообще кайфа нет. Я сейчас сделал мега бум. Это никак не хочет двигаться. Нет, смотри-ка, я смог ее. Специально для найти на все делаем. Она обожательница этих бубум. О, сейчас, наверное, кайфует, когда смотрит. Тихо так. Вот эти. Так, самое пойдем аптеку где-нибудь соберем еще. О. То секретов вообще не было, да? Ладно, едем дальше. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Да
Не успел. О, у меня двустволк есть. Я двустволк где-то уже поднял. Ништяк. Ой. Ладно, мы сможем. У меня же есть прыжки. Я же могу запрыгнуть. Так перебегать я так помню дело раньше, что... А, блин, черт. Пойдем нормальным путем. Можем по одному патрону стрелять, можем двумя вот так вот. Дусно. Ой, не голову снесло. Нас заманивают. На, так, в мясо. Ой, тут кабаны еще внизу там. Нахер. Ну еще один. На так. Ой, она безбашенная носится. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ух ты. Демон, сука. Миниган. Гэтлинган. Че, еще не умер, что ли? Жулочи и гаденыши. Но у нас есть газонокосилка наша. Я просто голову снес. С первого выстрела. Ой, его еще дверью расплющило. Я там еще не был. Соберем патроны, все же для гэтлинга нашего. Отходит-то. У нас телепортирует. О. О, ракетница. Угу. Ништяк, ништяковский вообще. О, тут портал открылся. Но я сюда хотел сейчас летиться. О. О, чувак. Нифига он с бластером. Ой, перелет. О. Ты че? О. А где мой чувак-то? Ой-ой-ой. Два патрона. И трындец. Ой, он еще бегает этот. Давай, побегай за мной, побегай, побегай. Да-да-да-да-да-да-да-да. Хрюп. Упал. Угу. О. А че, я только одного убил, что ли? Чувак-то где? Зачем я его спасал только? Он даже не хочет прийти на помощь мне. Ну что, как-то кабаната оставить одного, что ли? Так. Меня же от выстрела относит. О, здесь все собрал на 100%, кроме убийств. Еще кто-то где-то был.
все, чувака-то что, больше нет, что ли? Не появится вообще больше. Здесь не появляется, значит, они, да? А я уже обрадовался. Угу. Почему? В этой полный? Если бы этим полный, что же он не потратит? Щепки. Вот, я же понял, что сюда как-то можно попасть. И не закрывайся. Так, смотри, надо синий ключ. Нормально бы он качает вообще. Ну какой для этой игры, конечно же, не Максим, там знаешь ли ты включить. Тоже, по-моему, секрет. Вот она до столка лежит. У меня она есть уже. С этой стороны дверь-то не откроется, да? Что открывает это? Вообще не знаю, что она открывает. Что здесь нет такого? Хз там. Ой, у него голову снесло. А сейчас так... О, в крошке прямо. В упор, если бы... В упор, и сразу же выстрелить. Да, вот так. Точно, наверное, что постоишь. О. О, там портал. Он идет. О, она. Ну что это секрет? Ну какой секрет нахер? Я здесь был уже. Так, где красная дверь-то тебе? Ой. Он с Гетлингом был. Опасно. Убейте ведь, суки. Фу, берем Гетлинг. О, неплохо. Очень неплохо. Там чё? А там мы были вот. Или там мы были? А, там Гетлинг был, да. Аж сюда. А сюда, наверное, прикинь. Ага. О, мостик подняли. Ну всё, перфект. Что-то их много стало опять. Ой.
прокатился. Импик, импик. Да, походу, он пока никак, да? О, где-то тот рычит. Что, двоих одних выстрела? Ништяк. Я крутан. Я такой вот крутан. У меня есть двухстван. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут тоже... Ой. Меня замуровали. Заходим, зачищаем так. Интересно. Отдай пушку. Че их так много-то тут? О, тут еще ракетница. Нахер-то. Убьют негодяя меня. Ты меня чуть не убил. А еще головы появились. Жбаны прилетели. А, ну вот так могли сюда зайти, да? Блять, я вообще не выживу сейчас тут нахер. Вы видали, да, что они творят-то? Где там моя крутилка-вертелка? Ща я, блядь, зайду. Как куда-то в другое место зашел. Там бластер лежит. Сука, как туда попасть? Ой, красная печка. Нахера, сейчас бы какое-нибудь табло набить-то. Как же бластер-то взять? О, как мне туда попасть? Где он лежит? Ну, вот здесь. Хм. Мистика, сука. Шмалял по мне, да? Ты по мне, сука, шмалял. И ты по мне шмалял, блядь. На тебе, на тебе, на тебе. Я злой. А это вообще просто одного удара хватит. Жбан. Ты что хочешь? А, я вырву твое сердце. Не хоти так. Ого. Поймал. Кто-нибудь, нападите на меня. Мы повеселиться хотим. Голова-то боится такая. Как и страшно-то. Че, ничего нету, реально, что ли? Так скучно-то. Это как мне бластер-то забрать? Бластер фото. А, мы знаем, что он вот там вот. Там вот он, вот там вот. Там как-то вот.
надо в эту штуку стрельнуть. Странно. Главное, обидно. Что, не могу его взять-то? Вижу, но не могу взять. Мистика. Кто, блядь? Живучая падла оказалась. Ага. Не знаю, смогли запрыгнуть? Что, никаких секретов-то нету? Должен же где-то быть секрет, чтобы не попасть туда. Да я, блядь, хочу. Как дело, хрен знает. Какая-то заманука вообще реально. Я же... О, как демон пришел. Ой, как демон ушел. Ой, я прямо это на упал. Ха-ха-ха-ха. Крутая штука. Там эти тоже. Это что-то читерское там, что надо только так проходить туда. Потому что больше не знаю тут, как туда попасть. Попробуем читерским путем. С помощью кода. Либо по-другому я не знаю, как реально. Айт лип. Так. Айт. Блять. Айт лип. Ой. Здесь надо что-то делать. На пустом месте. Айт лип. Все отключено. Так, суки. Эта штука поднимется, ну а как бы я сюда попал? Здесь никак не попасть, смотрите, ребят. Вообще. Ха-ха. Забавно, да? Короче, только для тех, кто знает, видать, читерский этот мод. Как считерить. Ну и на сегодня, ребят, это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале NefRight687. С вами был Неф. Не забываем ставить любо тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, вступайте в нашу группу ПК59, наши 90. Ну а всем пока-пока, до новых встреч. Let's rock!